весна. Теперь это время года не только символизируется таянием снегов и солнечными лучами, но и стартом детского творческого конкурса «Яркий я». В этом году конкурс будет проходить в пятый раз. Проявить себя можно в трех номинациях – вокал, хореография, художественное чтение. Из нововведений этого года – это то, что у нас каждая номинация разделена на три возрастные группы. То есть это первая группа от 6 до 9 лет, вторая от 10 до 14 лет и третья группа с 15 до 20 лет. И так у нас в каждой номинации. Очень радует, да, вот на сегодняшний день, что у нас, вот, ну, на самом деле мы этого не ожидали, что в номинации «Художественное чтение» будет очень много заявок у старшей возрастной группы. Подать заявку на участие можно на сайте 7 канала до 6 апреля включительно. А все интересующие вопросы задать, позвонив по номеру 258-11-73. Туры у нас первые, да, вот отборочные, пройдут в городском дворце культуры. Так что хочу пригласить всех жителей нашего города, кто имеет возможность приехать в город ДК, поддержать ребят. То есть они очень стараются, они очень готовятся, да, вот к этим отборочным турам. И могу сказать, что, ну, вот как у меня сложилось впечатление, ребята наши к отборочным турам готовятся намного серьезнее и как-то ответственнее, чем к гала-концерту. Потому что на самом деле удивить и поразить профессионалов, да, вот нашего города очень сложно. Результатом будет грандиозное шоу в большом концертном зале. Если о вашем таланте должны узнать все, дерзайте, мы поможем это сделать. Хочешь быть ярким – будь им. Генеральный спонсор конкурса «Яркий я» – ООО «Злата». Микрорайон класса «Делюкс» – Златоулочка.